Всем привет! Вы на канале полезных советов, крутых самоделок, лайфхаков, в общем, все, что облегчает жизнь простому человеку. Сегодня я научу вас затачивать ножи в домашних условиях. Да, сегодня я нахожусь у бабушки, нашел у нее два вот таких ножа, и нужно их просто-напросто заточить. Судя по ножу, видно прекрасно, его пытались как-то точить, не знаю каким образом, но это ужас. Вот этот нож непонятный, вот этот более качественный я нашел, он довольно-таки неплохой. И нашел, затачивать мы будем на камне, нашел вот такой камень, что с ним было. Как вы видите, ему было очень плохо. Что с ним случилось, это можно только догадываться. И давайте же проверим, насколько, когда я попробовал, я был в ужасе. Насколько эти ножи тупые. Они не то, что не режут, ну, в общем, вы видите сами. Они просто рвут бумагу. И все. Вот. Давайте этот попробуем. То есть нож вообще ничего нельзя сделать. Бумагу убираем в сторону. Я вам чуть-чуть расскажу. Профессионально заточить это нужно знать, под каким углом затачивать, иметь инструмент, который поможет выдержать этот угол. Но 95% обычные люди, такие как и я, им эти углы они не хотят. Они просто хотят заточить нож до бритвенной остроты. Сегодня я научу, как это сделать. Запомните одну простую вещь. Чем меньше угол, тем острее лезвие ножа. Но быстрее он тупится. Ориентировочно угол должен быть 25-30 градусов. Но я это делаю на глаз. Приблизительно вот ставлю палец, вот такой угол заточки. И делаем мы это очень просто. Сейчас я вам все покажу. Большинство, пользуясь камнем, делает вот так. Это стандартная процедура, это полностью неправильно. Нож нужно затачивать, как бы срезая. И делать это в одну сторону, переворачивая. И срезаем вот такие движения. Все довольно-таки просто выглядит. Первым делом обязательно смачиваем наш камень. Делаем вот так. Смочили. Отлично. Под камень обязательно полотенечко, чтобы он не ездил. Делаем вот такие движения. Так как нож маленький, более длинный я покажу. Нужно ставить палец сюда. На маленьком я буду, чтобы вам было видно. Делаем вот такое движение, как бы срезаем. Вот. И переворачиваем нож. То же самое от начала к кончику ножа. И как бы срезаем. Переворачиваем и делаем то же самое. Делаем это поочередно. Один раз в одну сторону и один раз во вторую. Почему не три раза в одну, три раза в другую? Потому что центр фаски может сместиться, и нож не будет такой острый. То есть делаем поочередно. Все просто.
бумагу и видим, как она режет. Как вам этот рез? Теперь давайте попробуем вот этот нож, насколько он остро заточен. Ну что, как мы видим, у нас все с вами получилось. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. Это легче, чем вы думаете. Я верю в вас. Если вам было это видео полезным, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, острых ножей, до новых встреч, скоро увидимся.